Нерюнгринская центральная больница получила современный автомобиль медицинской помощи. Скорая оснащена всем необходимым. Автомобиль 2017 года выпуска. В настоящее время он проходит процедуру принятия и уже в скором времени выйдет на линию. УАЗ оборудован набором экстренной помощи при травмах различной степени тяжести, родовым оборудованием, реанимационным набором, в том числе аппаратом искусственной вентиляции легких. Все это позволит спасти человеческие жизни. Там имеются дефибриллятор, который необходим для оказания сердечно-легочной реанимации. Также аппарат ЭКГ имеется в нем сразу. Плюс реанимационный педиатрический набор, чего у нас не было в предыдущих автомобилях. Также реанимационный взрослый набор, акушерский набор.